Позже все скину. Ага, ну хорошо. Значит, вот, вот так все это будет выглядеть, чтобы я не забыла. Значит, это 33 миллиона, сколько квадратов? 103 квадрата. 103 квадрата. А какой этаж это у нас? Седьмой. Седьмой этаж. Мы откуда начинаем? Говорите, давайте вот это отсюда. Спальня, да? Давайте, здесь гардеробная. Угу. Спальня. Угу. С кухней. Ну, просто как тут спальня сразу вот на эту сторону, красивый ремонт, там хорошо сделано. Вид какой. Здесь очень это качественные вам... материалы. Так, печать. Да. Нет. Здесь все сделано, здесь московский дизайн, но это не та, а вроде похоже по дизайну. Они вот на похожи, похожи, но да? Это, другой, да. 33 вид. Миллиона 103 метра. Ну, вид, конечно, не ахти, да, как бы тут на этот на парковку. А такое. Здесь будет застройка просто. Это здесь. Сейчас снесли, все наоборот. Снесли, все здесь снесут. И здесь а что будет. Тут будет? Какой-то да. Другой дом, сквер да? Сквер какой-то. Сквер, ну хорошо, если бы сквер. Так, двигаемся. Симпатичный, да, ремонт, мне нравится. Смотрите, здесь хозяйская спальня получается. Гардероб, да? Они уже выехали, да, хозяева? Здесь это... никто не жил, это новая жил. Квартира, абсолютно. Понятно. Это квартира именно сделана для того, чтобы... А дом уже сколько лет? Он же не новенький, да, дом? 2015, по-моему, сказали? Да, да, по-моему, так. Даже с ремонтом. Здесь, да, система хранения, смотрите, специально более... Но в случае, если вдруг отключают, ну, на 2 недели обычно здесь... Могут горячую воду отключить, да? Да? Душ тропическая. Тропическая, да. Ну, здесь, конечно, все очень красиво. Rainforest называется. Да, да, душ. Смотрите, все снимайте. Да, мне нравится. Ремонт, конечно, очень красивый. Ремонт. Угу. Ну, очень качественно. На заказ полностью сделано. Да, это прихожая? Да, это прихожая. Дизайнерский ремонт и вся, естественно. Очень здесь да. Везде доводчики, все блюм. Вся стройка. Угу. Слышите, как это новая квартира, еще не жил никто. Просто никто дизайн не жил, заказали. Да. И этот, сделали ремонт. И все, да. Угу. И вот это кухня-гостиная. Ну, неплохо. Там еще какой-то типа барная стойка. Да, неплохо. Ремонт симпатичный, я ничего не могу сказать. А вот как-то жарковато, наверное. Ну, потому что здесь квартира, и не включали. Не включали кондиционеры, да. А жалюзи, а вот занавески есть, да? Да, вот здесь эти. Такие. То есть жалюзи нет, а вот здесь есть, да? Да, конечно. То есть еще как кабинет. Как кабинет. Угу. Пойти, и она совместима с той. А лоджии нет никакой здесь? Вот это лучше. А вот это лучше. Да, они вот открыли лучше. Здесь дверь да, сюда, да? Да. Ну, здесь вид вот поприятнее, ракурс вот такой. Вот в сторону гор смотрим. Вот там вдалеке. Вечером красиво. Очень красиво вечером. Можете вечером. Ну, хорошо, если они здесь показать. Сквер сделали или что там было бы получше. Ну, ремонт, конечно, молодцы, я ничего не могу сказать. Ремонт прямо потрясающий. Две спальни, да? Да, две спальни и там тоже гардероб. А ванная только одна? Две. Две. Две еще. А вы смотрели спальню просто? Ну, в спальне, да. И рядом. А, вторая гостевая. Вторая ну, то есть на эту спальню нет, это гостевая, да? Да. Ага, не, ну, мне нравится, конечно, планировка. Неплохой ремонт, шикарный. И вот видишь, ну, я думала, хозяева выехали, оказывается, это новая квартира, нет, свежий здесь ремонт. Никто не жил вообще. Никто не будет, пока да. Не купит. Пока не купит, здесь никто жить не будет. Да.